Пользователь одного из популярных форумов поделился с читателями трогательной историей. Его дочь, молодая девушка по имени Анна, возвращалась вечером домой от подруги. Уже подходя к подъезду, она в сумерках заметила около бордюра какое-то движение. Девушка испугалась, что это мышь или крыса, поэтому решила посветить фонариком, чтобы отпугнуть зверька. То, что она увидела, повергло ее в шок. Прямо на земле, среди мусора и листьев, лежал крошечный, слепой котенок. Было совершенно непонятно, как он сюда попал, но, судя по всему, его выбросили недавно. Долго бы он точно не смог продержаться. У Анны сжалось сердце, и она завернула маленькое несчастное существо в носовой платок. Она не знала, сможет ли его спасти, но попытаться точно должна была. Оставить котенка на холодной земле на верную погибель было выше ее сил. Малыша выхаживали всей семьей. Устроили ему теплое гнездо из старого шкафа, каждый час кормили из пипетки и регулярно проверяли, дышит ли он. Котенку повезло, он попал в добрые руки и сумел избежать гибели. Через пару недель стало понятно, что жизни питомца ничто не угрожает. Прошло 2 месяца, и Анна повезла любимца к ветеринару на осмотр. К этому времени котик окреп, шерстка приобрела красивый оттенок, но главной изюминкой были глаза. Большие, с черной необычной каймой. Она была ошарашена, когда специалист сказал, что ее питомец принадлежит к редкой породе кошек бурмила, стоимость которых достигает нескольких десятков тысяч рублей. Вот так, совершенно неожиданно для себя, Анна стала обладательницей ценного животного. Впрочем, она и так успела привязаться к питомцу, и если бы он даже оказался обычной дворняжкой, все равно бы от него не отказалась. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.